Горбачев пришел к власти со словами демократии, гласности, внедрения. И фактически предал эти слова. И, к сожалению, армянский народ на своей опыте испытал, насколько двуличным и оказался Горбачев со своими словами. Призывая к миру, гласности, вы, наверное, помните наши митинги, на которых поднимались лозунги «Ленин, партия, Горбачев», потому что нам внушили неправильную мысль, сознательно вполне, что вопрос Арцаха может быть решен мирным, демократическим путем, путем голосования, волей извлечения населения и так далее. Так же, как и было, в принципе, мы поднялись на эту волну, мы поднялись на эту волну, и очень немногие, я вспомню покойного Игоря Мурадяна, который на митингах говорил: «Народ, опомнитесь, мы идем к войне», и общество переглядывается. О какой войне, говорит Игорь Мурадян? Мы это решим. Мы демократия, Россия, Советский Союз изменился, вопрос будет решен мирным путем и так далее, и так далее. В результате мы как народ, наша близорукость привела к тому, что мы получили потери.